праздники – это всегда момент, когда душа у человека раскрывается. И вот такую вот картину можно было в Херсоне наблюдать 9 марта. Видите, выкинули с многоэтажки. Наверное, танец был или что-нибудь еще. Даже тут размер указан. Ну, что тут скажешь, центр города, веселых людей много. Тут и частный сектор, и многоэтажки. А выкинули вот этот из этого дома. Ну, все это приводит, надеюсь, к счастливому концу.